Аграрии Тюменской области активно готовятся к предстоящей весенней полевой кампании. Так, в сельхозкооперативе Казанского района прошел очередной техосмотр тракторов. Всего проверили около 300 единиц техники. Они будут участвовать в полевых работах и использоваться в животноводстве. При техническом осмотре уделяем особое внимание тормозной системе, документации, номерным агрегатам, наличие средств пожаротушения, аптечки, аварийного знака, рулевое управление.